пятерки. Рубеж 55. Давай. Рубеж 55. Водитель автомобиля ВАЗ-2706. Вправо принимаем, останавливаемся. Автомобиль ВАЗ-2106, который вилял по дороге из стороны в сторону. Инспектора, включив проблесковые маячки через СГУ, предложили водителю шестерки остановиться. Но водитель на требования об остановке проигнорировал и продолжил движение, только прибавив скорость. Водителю неоднократно предлагали остановиться, но игнорируя инспекторов дорожно-патрульной службы, шестерка, не снижая скорости, проехала центральный перекресток улицы Комарова и улицы Советской, игнорируя дорожный знак, уступив дорогу. После чего, свернув в гаражный массив, где заехал в тупик, остановился. После остановки водитель и пассажир пытались скрыться, но были задержаны инспекторами ДПС. В автомобиле также еще находилась девушка. При проверке документов было установлено, что водитель автомобиля – житель города Новотроицка, 1992 года рождения, и водительского удостоверения никогда не имел. Также от всех, кто находился в автомобиле, исходил резкий запах алкоголя, что и подтвердило свидетельственное состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя
был составлен административный материал по статье 12.8, часть 3, который впоследствии был направлен в мировой суд города Новотроицка, где назначили водителю наказание в виде ареста сроком на 10 суток.